Мусор подорожал. На основании решения суда Министерство тарифной политики края пересмотрело стоимость услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами. Теперь плата за их вывоз и утилизацию с одного жителя правобережья Красноярска и соседнего Железногорска вырастет в среднем на 20 рублей. Причиной стало обращение регионального оператора в суд. Он заявил, что транспортировка отходов обходится слишком дорого. Суд все доводы принял, и в результате до конца этого года единый тариф для жителей правобережной зоны увеличен на 32%.